Здравствуйте, меня зовут Андрей Волков. Добро пожаловать на YouTube-канал Академии правильной стрижки. В этом видео ты увидишь стрижку мужскую, короткую, машинкой, ножницами. Красивую. Но перед тем, как ты начнешь, у тебя есть возможность получить 5 теоретических уроков бесплатно. Проходи по ссылке, которая находится под видео в описании. И приятного тебе просмотра. Одна из самых популярных стрижек – это мужская классика. Я ее начинаю с разделения центрального пробора, чтобы получить симметрию в стрижке. Отделяю верхнюю зону для того, чтобы создать в нижней зоне угол, который будет соединять нижнюю зону и верхнюю. Волосы прочесываю перпендикулярно от головы и выполняю линию, которая будет соединять нижние волосы от кровой линии и переходить к верхней зоне. Я безумно люблю эту стрижку, так как она максимально здорово корректирует форму головы, все неровности головы, и самое главное, она подходит к абсолютно каждому клиенту. Я начинаю с работы в нижней зоне, то есть я поднимаю, то есть задаю плоскость, вертикальную линию. Начиная с височной или затылочной зоны, важная деталь, я расческу веду не снизу вверх, тогда получаются такие резкие переходы, а работаю под небольшим углом, то есть слева направо, справа налево. Важно здесь работать машинкой в нижней части, а в верхней части работать именно ножницами, так как ножницами можно максимально четко контролировать линию и не застричь лишнего, нежели когда работать машинкой. Машинка получается такой, знаете, более резкий срез. Поэтому я верхнюю зону прорабатываю ножницами, а нижнюю я кривую линию в затылочной зоне, височной зоне я прорабатываю машинкой. Там, например, диаметр в верхней зоне, то есть сантиметров 5 от кривой линии, 1,5 мм, а в нижней части практически 0. Также могу прорабатывать окантовочной машинкой, чтобы сделать плавный переход. Затем я соединяю вот эту линию, скажем так, тушевки и линию ребра, которую я создал в верхней зоне, для того, чтобы получить плавный переход. После чего можно немножко почистить, чтобы был переход плавный. Также можно проработать текстурным срезом, если волосы очень густые, кровую линию можно проработать, чтобы был плавный, дорогой переход шейвером. Вот он делает эффект, как будто, знаете, от станка, которым вы работаете. Затем я начинаю соединять нижнюю и верхнюю зону. Я в затылочной зоне отделяю центральную секцию, соединяю, делаю угол оттяжки и угол среза 90 градусов, соединяю нижнюю и верхнюю зону в затылочной зоне, затем создаю плоскость квадратную, затем соединяю диагональным пробором от лица к лицу и диагональными проборами от лица для того, чтобы нарастить массу в лицевой зоне, соответственно, чтобы челка была удлиненная, так как ее в дальнейшем я ее заканчиваю уже на сухую. Затем я в верхней зоне волосы прочесываю горизонтальные секции, подтягиваю оттяжку 90, угол 90 и делаю форму, знаете, такую округлую силуэт, чтобы создать не такую не четкую графичную линию в височных зонах верхней части, а плавные переходы слева направо. Затем я волосы высушиваю и обязательно уменьшаю объем, чтобы каждому моему клиенту было удобно укладываться. Я прорабатываю текстурным глубоким срезом. Сначала работаю с затылка, потом работаю с лицевой зоны. Затем челку я продлеваю. Вот этот угол, который идет с височной зоны, он красиво переходит к челке. И стрижку завершаю матовой пастой. Матовая паста одна из самых крутая вещь, что можно укладывать в волосы. Друзья, спасибо большое за просмотр. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Ищите на страничке колокольчик, обязательно на него нажимайте. И видео выходит каждую неделю. До встречи!